Здравствуйте, с вами Павел Колесов. Я сейчас нахожусь в Костромской области, деревня Хороброво, база отдыха Good Life. Я вам хочу показать, какой здесь замечательный вид. Сейчас март 2012 года. С этой горки мы вчера катались на банане. Тут хорошо, тихо, спокойно. Людей мало. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о ценности и о обесценивании. Обесценивании себя и своих результатов. Я приехал сюда, в общем, график был безумный, закончился тренинг в Москве. Там я поделал дела, бегом до поезда, ночь на поезде, потом еще 3 часа по проселочным дорогам до этой базы отдыха. И 2 дня плотной учебы, 250 000 рублей. Я собой не очень доволен, потому что слишком тормозил, слишком медленно все дело воспринимал. У большинства людей, с которыми я сталкиваюсь, есть одна ошибка. Они внутри себя искренне считают, что я еще недостаточно молодец. Я еще недостаточно красивый, я еще недостаточно умен, я зарабатываю еще недостаточно много денег, я еще не заслужил и так далее. Это плохо. Возьмите себе в качестве установки одну простую мысль. Я уже молодец. Уже. Потому что то, что вы делали до сих пор, это было, пожалуй, лучшее, на что вы были способны. Может быть, у вас чего-то не получалось, это нормально. Вы чего-то не знали, это тоже нормально. Просто если вы будете себе постоянно говорить, я там ничтожество, меня там, я ничего не стою, то, что я делаю, это всякая глупость, этим вы обесцениваете себя. А когда вы обесцениваете себя, вы забираете сами у себя энергию. И получается, что у вас внутри, в душе, черная дыра, которая сжирает у вас энергию, и вам тогда требуется постоянно подтверждение собственной значимости со стороны других людей, чтобы вас постоянно хвалили, говорили там, ты молодец, ты умница, ты замечательно, у тебя все хорошо получается. Ну, сами понимаете, окружающие наши люди, нас люди, даже если они к нам очень хорошо относятся, у них не всегда есть время, силы и желание этим заниматься. И самый близкий человек вам – это вы сами. Соответственно, для того, чтобы вы могли чувствовать себя по-настоящему хорошо, возьми себе установку. Я уже молодец. Потому что у меня много чего не получается. Я там определенного уровня уже достиг, определенного уровня цели достиг. И это не значит, что я успокоился. У меня есть следующий уровень, на который я хочу подняться. Но я уже молодец. То, что я уже сделал, это уже подвиг. И то, что вы сделали в своей жизни, это тоже подвиг. Потому что многие люди, даже до того уровня, если вы смотрите мое видео, ну, значит, у вас хоть как-то хорошо с жизнью, вы можете выходить в интернет, и у вас есть на это деньги. У большинства людей на планете Земля, я вас обрадую, даже на это денег нету, а у вас есть. Так что хотя бы по этому параметру вы уже молодец. Так что вместо того, чтобы как-то обесценивать себя, ругать себя, начните хвалить себя. Говорите себе, я молодец, я умница. Может быть, у меня что-то по качеству не получается. Да, и в этот раз не получилось. Да, понимаю. В следующий раз я сделаю все возможное для того, чтобы у меня получилось наилучшим образом достичь тех целей, которые я хочу. И вы удивитесь, когда вы возьмете себе вот эту установку, что я уже молодец. Насколько поменяется ваше самочувствие, ваше самоощущение. Я уже умница. Повторюсь, это не значит, что это повод такой сложить ручки на животе, успокоиться и перестать действовать. Нет, это всего-навсего способ самому себе дать тот заряд энергии, любви, в котором вы нуждаетесь. Самый близкий человек вам – это вы сами. И если вы сами себе этого не даете, вы становитесь вампиром, который начинает тянуть это с окружающих. А люди вампиров не любят. Наверное, вы про это догадываетесь. И когда вы в следующий раз опять будете начинать требовать внимания, ну, вас либо посылают, либо обзывают, либо игнорируют, у вас в душе включается депрессивное состояние, обида на весь мир, ну вот опять меня не похвалили, ну вот опять меня не заметили. И это, в общем, начинает утаскивать вас в болезни, и начинают включаться психосоматические заболевания. Ну, мы про это потом еще отдельно поговорим. Вместо того, чтобы разрушать себя, мне кажется гораздо более полезным, интересным, веселым и здоровским, чтобы вы создавали ту жизнь, которую хотите жить. Чтобы вас радовал каждый день вашей жизни, как радует сейчас меня. Сейчас вроде бы снег, но тут тепло, солнышко, оно приятно согревает. Я могу сказать, я молодец, что я сюда доехал.
Я молодец, что у меня хватило ума, настойчивости, интеллекта заплатить за эту учебу и оказаться в этом замечательном месте. Мне здесь нравится. Потому что когда вы начинаете, повторюсь, так относиться сами к себе, вы становитесь сами себе самым близким другом. Именно тем человеком, которого не хватает большинству людей, который поймет, поддержит и вдохновит на какие-то дальнейшие дела и поступки. Кроме, вот, может быть, у вас есть близкий, любимый человек, муж, жена, там, девушка, парень, в зависимости от вашего пола. Но надо понимать, что как бы они вас не любили, как бы они вас не ценили, они все-таки другие люди, к сожалению. И они никогда не смогут, никогда, ни при каких условиях, не смогут дать вам тот объем внимания и заботы, которого вы достойны. Почему? Потому что они все-таки иногда от вас уходят на работу, там, не знаю, спать ложатся, там, каким-то своим делам. Если вам для того, чтобы чувствовать себя нормально, требуется вот постоянная подпитка от других людей, вы в беде. От таких обычно шарахаются, к сожалению. И как бы это грустно ни звучало, если вы до сих пор одиноки, подумайте вот на эту тему. Может быть, вы слишком сильно жаждете внимания к своей персоне? Потому что есть одно простое правило у нас в достигаторстве. Очень хочу портит цель. Если вы чего-то очень хотите, очень-очень хотите, фигу это получите. А когда вы этого просто хотите, без напряга, ну как у меня вот, про это что будет? Поеду? Хорошо. Не поеду? Ну ладно, в общем, ничего смертельного. Приехал? Отлично, супер. Тут была очень хорошая вегетарианская кухня. Я понял, что, несмотря на то, что я люблю мясо, но вот с местным вегетарианским столом я вполне мог бы без него обойтись. И был у меня такой вот подарок от мира. Когда живешь без напряга, тогда многое в твоей жизни получается буквально по щелчку пальцев. Но для этого очень важно. Вы должны начать любить и ценить сами себя. Если вы сами себя не любите и не цените, вы что, всерьез надеетесь, что будут другие вас любить и ценить? Я вас разочарую. К сожалению, нет. А когда вы несете ощущение собственной ценности, тогда другие люди сами перед вами расступаются, уступают место, так вот, здороваются, когда они понимают, что вы несете себя, что вы понимаете, что вы представляете ценность для этого мира. Каждый из нас представляет ценность, просто не все это понимают, к сожалению. Если вы пришли в этот мир, наверное, это было не случайно, наверное, есть какие-то цели, задачи, которые вам суждено достичь и успешно разрешить. Но для этого крайне важно, чтобы у вас была энергия. А энергия у вас будет только тогда, когда вы искренне цените и любите сами себя. Так что вам подсказка. Пожалуйста, возьмите листы А4 формата. На компьютере наберите, распечатайте на них так вот, во весь лист. Я уже молодец. И развешивайте у себя по квартире, чтобы оно висело, чтобы если вы иногда впадете в какое-то депрессивное состояние и забудете, кто вы на самом деле, вы могли так бросить взгляд на этот листочек, улыбнуться и сказать себе: да, я уже молодец. И это здорово. Спасибо за внимание. С вами был Павел Колесов. Пока-пока.